Дальше жаловаться некуда. Сегодня Верховный суд рассмотрел жалобу регионального отделения гражданской платформы на незаконные, по их мнению, действия облизбиркома. Напомним, избирательная комиссия области не зарегистрировала список ГП, поскольку партия не открыла счет в банке. Представители гражданской платформы не согласились и оспорили это решение в областном суде. Областной суд отказал. Сегодня отказал и Верховный суд. На прошлой неделе аналогичную жалобу рассмотрел Центр избиркома. Он тоже не нашел никаких оснований для отмены решения облизбиркома, что неудивительно. Без открытия избирательного счета список кандидатов партии просто не имели права зарегистрировать. Это было бы прямым нарушением законодательства.